Ну что, девчоночки, долгожданная коробочка. Ну не хочу уже откладывать на завтра, хотя сил вообще нет. Я думаю, откроем, посмотрим. Видела много раз у девчонок, теперь и я. И я дебютирую уже в золотом яблоке. Вот. Ну, у меня очень бюджетненько все, но тем не менее, я думаю, всегда интересно, что же там можно прикупить и за какую цену. На самом деле устала очень сильно, знаете, как дорога выматывает. Приехали домой. Домой вообще, это слово мне так режет, домой, потому что дом мой там. Вот, приехали домой, немножечко перекусили, а потом муж мой уехал по делам, ну буквально одним днем. Вот, и Димас сразу намастырился обуваться, чтобы его провести, ну и пришлось идти гулять. Поэтому пока выгулила птенчика, теперь покормила, сидит там сейчас спокойно ночью малыши смотрит. А я думаю, как раз спокойненько распакую золотое яблоко. Ай, это приятно. Вообще приятно какие-либо покупочки, радовать себя, да? По-женски, по-девчачьи, так что все, открываем. Освещение у меня здесь, конечно, не самое лучшее, но, извините, как говорится, приспосабливаемся как можем. Вот, так что будем открывать. Так запаковано, интересно. Вот. Естественно, я не проверяла ничего там, но я не знаю, нужно ли это. Я думаю, что все должно быть отлично. Так, не знаю, что как-то вот так открывается. Ну и да, как всегда. Очень интересная упаковочка, видела у девчонок, так что теперь я прикоснусь к такому способу упаковывание, да, заказов. Так, это мой чек. Вот. Он у меня составил 1107. Не написано. Ну, 1107 рублей я заплатила. А, здесь самое интересное, тут цена вообще не указана. Указана партия, количество и номер указан. И все. Ну, да и ладно. Я так плюс-минус помню. Не все, конечно. Маленький формат. Пошуршу немножечко. Такой получается цвет зелененький и крафтовый такой, да? Так. Что у меня здесь? Показываю и рассказываю. Так. Заказала вот такой вот крем от чистой линии. Немножечко. Вот такой вот крем от чистой линии. Это у нас гиалурон активатор, гель-крем для лица, интенсивное увлажнение для всех типов кожи. Ну, он небольшой формат. Как бы я люблю вот этот формат с васильком, экстракт василька. Вот так он выглядит. Ну, я думаю, такой эконом-вариант, но коже всегда приятно получить что-то полезное. Вот, и дальше купила вот такой вот тональный крем от Эвелайн. Не знаю, по-моему, и в интернет-заказе нельзя было у нас купить его, вот, поэтому я решила попробовать. Для меня это новиночка, 30 мл, насколько я тут понимаю. Я взяла Light Beige в третьем оттенке, 03, вот, матирующий тональный крем, антибактериальный. Ну, в принципе, серия мне это знакома, я у Дарьи Суворовой видела, по-моему, обзор на нее. Вот, поэтому решила попробовать. Увидела свой Белор дизайн, который со мной приехал, между прочим. Вот, Maybelline и что у меня еще там? И Эвелайн новый, который я прикупляла, остались дома, да. Ну, я очень надеюсь, что вернусь. И все мое богатство девчачье дождется меня. Вот так что решила попробовать. Ну, надеюсь, что тон должен подойти, тем более, хотя летом и потемнее, но как бы бежевый, не совсем светлый, поэтому я думаю, что очень надеюсь, что подойдет. Так, немножко поменяла тот цвет, потому что мне кажется, он как-то неправильно светит. Взяла, заказала себе вот такую тушь от Maybelline, ну, обычную, классический Volume Express, 361 рубль, это я точно помню. Этот, кстати, тональник стоил, по-моему, 197 рублей. Ну, там еще какая-то скидочка прилагается, 10%, если ты зарегистрировался, наверное, либо если приложение скачал, ну, что-то такого формата. Вот, но не больше 200 рублей стоил этот тональник, поэтому, ну, как бы, экономим где можем, но при этом стараемся взять что-то достойное. И вот такой от Maybelline. На самом деле Maybelline туши у меня не было ни разу. Вот ту, которую я взяла с собой, это у меня
от Vivienne Sabon, но она в черном таком тюбике, мне больше золотой нравится. Вообще у меня дома Эволайн есть с запасом туши, но все взять невозможно было. Я сейчас открою, посмотрю, потому что та у меня так, знаете, я люблю, когда у меня что-то в двух форматах, а то и в трех форматах, потому что иногда бывает настроение, иногда бывает, что хочется что-то другое. Вот такая она вот изогнутая. Ну, пахнет, в принципе, как тушь. Ну, щеточка не силиконовая. Вот так что, надеюсь, останусь довольна. Ну, в принципе, Maybelline, он и в Африке, наверное, Maybelline. Вот, и дальше. Он тут у нас потяжелее. Так, решила заказать снова такие экстракт василька. Это у нас такой гиалурон-активатор, такой, что у нас тут написано. Одним словом, гель-пенка для умывания от чистой линии. Вот такая. Очень густой, вам хочу сказать. Так, очень приятненький. Здесь у нас формат аж 160 мл. Вот, около 200 хвостиком. Ну, жалко, чека нет, почему-то они не положили. Вот, ну, написано, как всегда, все очень красиво и приятно. Вот, поэтому решила, знаете, так, чтобы уже в формате. И тоник я купила еще тоже такой же. И с розой, и такой же у меня есть. Поэтому, и плюс еще и масло купила. Так что буду тестировать чистую линию в полном формате. Но я имею в виду вот из этих средств. Вот, для всех типов кожи тоже, 97% компонентов натурального происхождения, мягко очищает кожу, придает сияние и свежесть. Вот, так что если вы пользовались, пишите, мне будет очень интересно узнать ваш отзыв об этих средствах. Ну и Эволайн, именно в золотой серии мы не использовали. Вот, большой объем, 500 мл, нам нравится, вот такая мицеллярная вода, тут она у нас, по-моему, прям... Технология золотых подтягивающих нитей, масло органы, гиалуроновая кислота, эксклюзивная омолаживающая мицеллярная вода, ну прям вообще обещаю, золотые горы, и золотая она на самом деле, да. Вот, так что заказали такую, есть еще с кокосом, но мы небольшие любители кокоса с сашули, поэтому взяли такую. Ту, которую я брала в Луганске, я ее там и оставила сестренке, поэтому думаю, ну что, это не супер такой дорогой продукт, я смогу себе позволить купить. Вот так что взяли, стоило, ну, не больше 250 рублей, или 249, или даже 229, ну, точно не скажу, чека нет, ну, а все данные, они там в телефоне. Вот, так что... Вот такие вот у меня покупочки. Не знаю, дорого нет, но я довольна. Вот. Так что порадовала себя. Купила на самом деле, ну, максимально то необходимое, что мне сейчас нужно. Лишнего не берем, в запас впрок тоже не берем. Все дома осталось. Так что спасибо вам огромное, всем просто огромное. Все, кто пишут теплые слова, кто пишут слова поддержки. Поверьте, нам они очень-очень необходимы, потому что с каждым днем все тяжелее, тяжелее, тяжелее морально. Сердце рвется, душа просто изнывает, тоскует, когда тут все зеленеет, расцветает, и все как бы радует глаз, а тебя дома нет. Ты понимаешь, что у тебя дома класс, ну, я имею в виду в природном формате, да, а тебя дома нет. Очень хочется домой, очень хочется в свои условия жизни, к которым ты привык, к которым ты стремился всю жизнь, тяжело стремился, вот, поэтому, но мы верим, верим. Мне пишут даже родители, деток, которых я учила, мои родители, у которых я была классным руководителем. Это так приятно. Всех, кто меня знает, кто... ну, я имею в виду тех, кто по Ютубу меня знает, особо тоже приятно. Но те мои, которые меня знают лично, вам огромный привет. Все мы верим в лучшее, все мы верим в возвращение домой. Мы обязательно встретимся, обязательно придем на чистое озеро кормить наших лебедей, которые обязательно вернутся, все будет у нас хорошо. Мы все восстановим, мы... Все у нас получится. Вот, так что на этой прекрасной ноте, с верой в лучшее, я буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующем видео. Так что не теряйте надежды и веры. Обнимаю вас крепко-крепко. У нас все получится. Главное в это верить. Все, всех целую. Всем пока-пока. Нет, ну упаковка, конечно же, очень оригинальная. У нас до такого не додумываются. Очень интересно, очень классно.
Говорю, у нас дома весь балкон завален коробками от Евы. И теперь мы, походу, тут будем заваливаться коробками от Golden Apple. Не, ну я шучу, на самом деле. Я просто по необходимости заказала. Я не буду, конечно, на постоянной основе вот так зависать. Хотя я очень люблю это дело, девчачье такое. А вот так что... Сейчас еще посмотрю тональник. Как он? Девчонки, какое мое удивление. Смотрите, запакован тональник. Я впервые вижу. У нас дома я таких не видела. Хотя это бюджетный сегмент. Да, ну, смотрите, запаковано. Ну, вообще, в принципе, так и должно быть, наверное, со всеми косметическими средствами. Но у нас я такого не видела. Все от Эвелайн, которые я покупала, все были всегда открыты. А тут, видите, вот так вот. Это приятно, очень приятно. Ну, скажу, что свет у меня, конечно, не очень правильный, но впитался, распределился тональник очень хорошо. Цвет немножечко с желтинкой, конечно, знаете, такой, но особо у меня он так не видно, что с желтинкой хорошо впитался. Как бы адаптировался, я бы так сказала, но немножечко жидковат. Да, и присутствует вот этот запах, да, зеленого дерева или как зеленого чая, ти-3, да. Ну, что-то такое... Как бы антибактериальное такое присутствует. Вот, так что... Ну, а так, в принципе, ничего. На руке приятно. Надеюсь, на лице тоже будет приятненько. Вот, так что все. Все разобрала, все посмотрела. Так что всем теперь уже пока-пока.